Всем привет! Первая рабочая неделя всегда кажется долгой, но пришло время выдохнуть и расслабиться. Выходные! Как их лучше всего провести, расскажу в нашем обзоре прямо сейчас. В субботу на сцене Самарской площади женитьба по Гоголю. Вполне успешный чиновник в рассвете сил никак не решится обзавестись семьей. Вроде бы и время давно пришло, только вот сама процедура смотрин, ухаживания, сватовства и женитьбы пугает. За дело берется близкий друг, и тут понеслось. Музыкальное путешествие по Европе приглашает Самарская кирха. На этот раз зрители услышат английские мелодии, прозвучат флейта и орган. В это воскресенье. Центральная городская детская библиотека устраивает вечеринку в стиле «Битлз» в субботу. Вы узнаете об истории знаменитых ливерпульских жуков, послушаете пластинки, а также услышите живое исполнение хитов группы под акустическую гитару. Лектории «Герои и антигерои» нового Голливуда в музее Ильдара Рязанова. На третьей встрече обсудят счастливый билет Мартина Скорсезе. Для современного зрителя Мартин Скорсезе в первую очередь режиссер культового «Таксиста». Однако его творческий маршрут на протяжении 70-х получился извилистым. Пришедшему со временем успеху предшествовали годы зрительского безразличия, художественных поисков и финансовых провалов. На очередной встрече лектория «Герои и антигерои» нового Голливуда будет предложен портрет героя, в котором найдется место как его известным работам, так и уже позабытым лентам. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. Пока-пока.